нас станет. Вы меня обманываете. Нет, вы меня обманываете. Вы мне винлокер кинете. Я вам не верю. Меня, даже я зайду на аккаунт, тебе покажу, там все нормально, если ты не веришь. Я не верю. Ну давай, покажи. Окей. Читер. Показывай. Обманщики. Меня в обман учатите. Мне уже обманули. Один раз. Сейчас. 1.5.2 играл. А вы давно играете? Нет. А я только 3 недели на. Ой. Один день назад стал играть. Ну, может там чуть больше, неделя. Я новенький, я не умею играть вообще. А ты с какими ты Иисусами играешь, по-моему? А, Иисус это Бог, это мой брат. Его этот. Зовут, как его там? Блин, родного брата имени не знаю. Алёша, вот. Mm-hmm. Алёса Попович, как я его называю. Какой-то голем пишет, го по скайпу поиграю. Иди в жопу. Иди в жопу. Ну, долго, а? Да покажите ему темп, ну. Короче, я сейчас сам покажу. А первый часок, да, а потом что случится с компьютером? Ничего, просто ХКС вернется и все. А там ничего, никакие файлы кидать не надо? Это такой же мамочек. Ну, и что тут, и что, и чем прикол чита? Вот, видишь? Нет, не вижу. Ты что, тупой? Вот ты челик через стену не видишь? А, во, вижу, да, это ВХ? Да, вот. Ничего себе! Читы, майнк на ХКС. Офигеть. Хочешь поиграть в ЗБТ 1 час? А потом уже 350 рублей, если хочешь купить. Завтра сразу покупаю. Окей, а сегодня хочешь поиграть? Нет. А что? Не хочу. Мне уже спать, мама говорит. Он просто может не работать, тебе надо его запустить. Ну ничего страшного. Нет. Вы меня обманываете пока. Сука, какие долбоёбы.